Электротехнический факультет. Итак, первое отделение. Встречайте. Ha 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 ha!
подождем. Спешить все равно некуда. Слушай, а что это у тебя имя и фамилия такая странная? Вроде же русская. Отстань, а? Давай лучше потанцуем, а? Не, правда, почему? Корнееву тоже интересно. А, Корней? Привет. Да, долгая история. Родители до революции с Рерихами знались, с Кизовским дружбу водили. Вот и дали мне имя. Вот такая я вот жертва духовного общения. А ты у нас еврейчик, да? Иудейчик. Что поставить? Что поставить? Вагнера поставлю. Там ничего нет, ни монастырей, ни коров, ни крестьян. В общем, ничего такого, что составляет понятие «русское поле». Погоди, понятие «русское поле» не включает в себя ни крестьян, ни коров. Оно такое пустынное. Только черепушки, вороны. Пузыри пошли. Ты издеваешься, что ли? Ага. Вот вечно я на твои приколы не
От двух до пяти. Нина, ну а все-таки, а? Какая муха тебя укусила? Цикатуха! Узнаю! Давай-ка по маленьким. Недавно статью начал писать. Каким должен быть детский писатель? Детский писатель должен быть не пьющим и душой за всех болеть. А так бывает. Вот я превращаюсь в воробья. Пишущий болен. Пишущий для детей неизлечимо больной. Вот был такой немецкий поэт Фридрих Кох. Писал считалочки для детей. А в 40 лет уже под себя мочился и с погремушками ходил. Литература! Это саморазрушение, дорогая моя Агния Львовна. Самоубийство, проще говоря. А ничего себе с этим уже не поделаешь! Раньше надо было думать! Ну, а все же. Ну, не обращать внимания на эту сторону, а думать приятно. А если все мысли о литературе? Это у тебя, что ли? Да, бывают такие люди. Корней, спой, что ли, а? Типа. Народная. Голос крови. Про степлер? Давай. Дело было под Тамбовом. Это зеленый виноград.
знаете, по маленьким. Хорошая песня. Сколько раз слушаю, смысла не понимаю. А сердце, сердце с груди так рвется. Ну а мне, мне всех жалко становится. Меня все достало уже. Это ты к чему? А смысла в жизни, как в этой песне, вот к чему. И главное, надо какое-нибудь противодействие. Так нет, все тупое, покорное. Вот и боролся бы с тупым и покорным. Как? Почему дети трещины на асфальте перепрыгивают? Они к цели своей спешат, Корней. Они этого не осознают, но спешат. Некогда им! Значит, я к своей конечной цели пришел. Так я понимаю. Нет! Главное, ладно бы какое-нибудь противодействие. Так нет, все тупое, покорное. Вот и боролся же с тупым и покорным. Ребята, хватит! Давайте отдохнем, а? Ну, пожалуйста. Итог, верно. Внимание разливают. Ты же уже полгода никуда не выезжала.
Это у меня стих, мол, в костре пышет. ГДР называется. Говорит Москва. Это как же? Да очень просто. Вон, Корней, и тот диссидент там встал. Правду матку так и рубит. Только послушай. Эй, вы, ребятки, голые пятки, рваные сапожки, драные галошки. Кому надо сапоги, к чудо-дереву беги. А смысл тут какой? Одеть, обуть детям нечего. Беги к чудо-дереву. А чудо-дерево кто-нибудь видел? Я видел! Идут брони! Придержите! Ага, как же! Лапки созрели, валенки поспели. Бегают твои негритята сейчас в валенках по Гарлему. С детьми осторожно надо! Они все понимают и все помнят. Вот ко мне на встречу девочка подошла и спрашивает, а может ли карлик быть милиционером? Я аж опух от такой фразы. В доме 8/1 у заставы Ильича жил-был карлик, гражданин по прозванию Алыча. Нет, ну куда же Борька подевался? Его только за смертью посылать. Корней, ты чего? Меня зовут! К этому времени
относится весьма любопытный документ, найденный при раскопках царской библиотеки. Это кусок глиняной таблички с надписью на акадском. Крокодил глотает солнце. Кто спасет от страха? Крокодил породил ужас ночи мрака. Тот лохматый и горбатый любит мед. Он живет в стране далекой. Скоро к нам придет. Пасть ему порвет. О, приди быстрее, мессия! Ждет тебя народ! Сказано! Свидетельствую! Ты, гонец! Свидетельствую! Донеси! Обещаю! 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 Пусть погибнут все сатрапы, пусть каштаны расцветут, пусть появится горбатый! Здравствуй, девушка! Мы тут! Ничего. Выкрутишься.
Это тебе не африканских прогрессивных поэтов переводить. Я 3 ночи просидела. Стоит у Келли и машет лопатой. Его Кидаша стала горбатой. Кулунга злобный ругает у Келли. Последний акуда маранги доели. Потом плюнула на все. Нафиг мне такой приработок. Кидаша? Побегоша? Танюш, ты передай. Слушай, давно хотел тебя спросить. Ну? Как тебе мое творчество? Так что ж, очень нравится, да. Вот ты кого гением считаешь? Гением? Хармс, Тюфянов, Веденский, Добычин. А я? Тихо! И ты гений, Танюш! Как ты здорово написал, а? У меня позвонил телефон. Кто говорит? Слон! Акуда! От верблюда! Молодец ты, Корней! Ей-богу, молодец! Правда? Правда, правда! Водки! Я композитор. Мне надо разбудить одного человека, который передал что-то важное. Важное для всех. Отпустите меня, пожалуйста. Композитор, говоришь? Ага. Ну, тогда спой. Я композитор, понимаете, не певец. Тебя как зовут? Володя. Хорошо, я спою, но вы меня только не бейте, а то у меня голос пропадет.
минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшие, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон.